Здравствуйте, коллеги. Наша география бесконечна. У нас были представители Сахалина, и вот, наконец-то, представитель Калининграда в нашем пресс-центре. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, какую компанию вы представляете? Здравствуйте, меня зовут Артур. Я представляю компанию МП Технологии. Мы занимаемся поставками оборудования для пищевой промышленности, для мяса, рыбной переработки и вакуум-упаковочного оборудования. Расскажите, вы базируетесь в Калининграде, но в Москве тоже есть ваш шоурум. Да, абсолютно верно. У нас есть шоурум, где мы можем продемонстрировать свои машины, дать клиенту попробовать, если он не уверен, смогут они выполнить свои функции или нет. И также у нас есть склад запасных частей для обеспечения клиентов расходниками, ну и запчастями в случае поломки. Расскажите еще раз, кто ваш потребитель, кто ваш клиент? Наш потребитель – это как пищевые производства, допустим, там готовые продукции, деликатесов, полуфабрикатов. Это могут быть и рестораны в том числе, особенно это касается вакуум-упаковочного оборудования. Расскажите, у вас есть наверняка здесь стенд, и наверняка у тех, кто посмотрит наши видео, будут какие-то дополнительные вопросы, где они могли бы вас найти. Да, конечно, мы здесь выставляемся, у нас есть здесь специалисты, мы разделены на два сектора по мясопереработке и по вакуум-упаковочному оборудованию для вот прям наиболее точного, корректного подбора оборудования сразу здесь на месте, если, конечно, у клиента есть техзадание с собой. Ну или какую-то общую информацию тоже с удовольствием дадим, всегда рады, чай, кофе обязательно. Это очень важно сейчас на выставке. Расскажите, пожалуйста, в принципе, ваше ощущение от выставки, насколько было интересно наша бизнес-часть, если вы могли ее послушать, и, может, были какие-то интересные контакты, уже какие-то встречи? Знаете, к сожалению, бизнес-часть не было времени посетить, клиенты заинтересованы, воодушевлены. Прямо мы так вот на расхват, чуть ли не в очереди, поэтому отвлечься просто было некогда. Но люди очень заинтересованы, очень такие позитивные, очень приятно было пообщаться, очень интересно. И вот прям хочется быстрее обратно продолжить общение. Ну, это замечательно, это говорит о том, что выставка проходит не зря, и ваш клиент уже вас нашел, и это взаимовыгодное сотрудничество. Спасибо вам большое, и не будем вас задерживать, пожелаем вам удачи дальше на нашей выставке. Да, спасибо вам, было приятно пообщаться.